Так, мы на 2-й авеню и 47-й. Здесь демонстрация. Вообще здесь интересно, здесь разные люди, недовольные своими режимами. Здесь, в частности, иранцы. Я 4 года назад еще писал в своем блоге «Эхо Москвы» о демонстрации иранской диаспоры против тогдашнего режима. Сейчас, что интересно, вот я не знаю, будет ли видно отсюда, наверное, не, так, очень-очень отдаленно, портрет президента Ирана Рухани с призывом сказать «нет» висельнику, утверждение, что 2000 человек повешено за время его правления, ну вот, как бы либерал среди фашистов, так сказать. Ну, тем не менее, думается, если бы был Ахмадинеджад или какой-то другой, Ахмадинеджад уже по правилам не мог быть, ну, кто-нибудь еще, то было бы еще хуже. Было бы не все, не две, а все 4000 повешенных. И потом все-таки не стоит забывать, что президент Ирана, в общем-то, не президент Ирана. Президент Ирана – это аятолла. Скорая помощь. Ну, увидимся еще через несколько минут, когда и если я найду украинскую демонстрацию.